дорогие друзья, когда мы взлетали, в Москве было темно. А когда мы поднялись на высоту, мы увидели солнце. И оно на ваших экранах. А еще на ваших экранах море, море облаков. В этом море очень хочется искупаться. Еще вы видите, насколько длинное крыло у нашего самолета. Самолет огромный, я об этом уже говорил. 767-й Боинг. Первый раз лечу таким самолетом и испытываю от этого полета огромное удовольствие. Одна из причин этого удовольствия – это вот этот сенсорный экран, на котором можно выбрать язык, а затем смотреть фильмы, слушать музыку или даже, наверное, сидеть в интернете. Сюда можно воткнуть флешечку. Благо, у меня флешечка есть, на которой куча видео, которые нужно еще редактировать. Но сейчас мне не до этого. Сейчас на улице уже практически ночь. И завтра, точнее, послезавтра, меня ждет выступление в городе Алматы, что в Казахстане. А через несколько часов я уже буду в этом городе. Далеко от России, далеко от Анапы, далеко от Москвы, далеко от Волгограда. От тех городов, в которых мне по роду деятельности приходится часто бывать. Но в Алмате мне теперь тоже часто приходится бывать, но я хочу ездить туда еще чаще, потому что мне там очень нравится. И рад, что сейчас в очередной раз лечу в этот чудесный город. В этом видео хочу передать привет всем жителям этого города, всем жителям Алматы, да и вообще всему Казахстану. Замечательной, самобытной стране, в которой живут милые, добрые, культурные и образованные люди. Что безумно приятно. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на моем канале.